Пёсик-дружок, долгой прогулки у нас снова не было. Сегодня решила хозяйка вывести погулять дружочка из сельского мини-приюта Людмилы Чернецкой. Опять ничего у нас не вышло. Из дома выходить не хочет, еле выкатила волонтёр. На улице вдалеке слышна стрельба, но ему и этого достаточно. Пытался спрятаться в любую будку. В общем, погулять у нас не получилось. Дружок больше всех страдает от всего этого кошмара. В принципе, его понять можно. Мы только можем догадываться, через что ему пришлось пройти. Так что долго настаивать волонтер не стала. Завела мальчика в дом. Ни к чему ему лишний стресс. Может, все-таки когда-нибудь дождемся мы наконец-то такой долгожданной нашей тишины. И он сможет, как раньше, в былые времена, рассекать на своих колесиках, на своей тележке, или, как наши читатели говорили, колеснице. Друзья, нам очень нужны памперсы для дружочка, так как мальчик не ходит вообще сейчас на улицу. Если честно, это просто нереально сделать, силовать его никто не будет. Ходит на пеленочки, либо в памперс. Нужна взрослая двоечка. Пеленки и мазь от пролежни тоже очень приходят нам, так как, сами понимаете, постоянно он лежит. Пожалуйста, помогите. Иди, дружочек, дружочек, иди. Иди, хороший дружочек, иди. Давай, иди, 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 не бойся там. Сегодня тихо, не стреляют. Ну, иди, не бойся. Да что ж такое, а? Выходи давай, выходи, выходи. Хочешь, боится, что ты поделаешь?